Владимиру Жириновскому сегодня подмочили костюм. Вице-спикеры Российской Думы забросали квашеной капустой в Киеве. Местные журналистки не понравились нападки московского гостя на украинскую демократию. К атаке девушка подготовилась серьезно, принесла на пресс-конференции целый килограмм солений. В ответ получила от Жириновского оскорбление и угрозы. Возьми ее, только тут, отсюда! Вот вам демократия. Обкидать кого-то, оскорбить. Вот и все. Капусту бы лучше бы отдала бомжам, они голодают. Сорвать брифинг девушке не удалось. Жириновский еще долго отвечал на вопросы журналистов, а после отправился на центральный рынок Киева и накупил там сало, знаменитой украинской колбасы и любимой квашеной капусты.